выиграть. Побеждают сильнейшие, как говорится. Парням спасибо за игру. Ну, в любом случае, это была завершающая игра сезона, можно сказать. Вы можете что-то сказать либо о сезоне, там, либо вот и об этой игре? Ну, это первый сезон. Команда только сыгрывается. Как бы, первый круг мы просто провалили, как бы, с тремя очками. Второй круг начали и борьбу навязывать, и очки появились. И в этой игре были моменты, и, в принципе, несколько ошибок пропустили. Как бы, будем разбирать, как говорится, игру после матча. Усилять команду. Да. Не, ну команда сейчас уже состав. Будем сыгрывать, да. Сейчас записались на зимний сезон там, в мини-футболе. В принципе, посмотрим. Так что спасибо за турнир. Кстати, хорошая организация, мы довольны. Спасибо и вам. Да. До встречи в следующем сезоне. Али, вы сегодня сыграли одну из ключевых для вас игр. Для соперника она уже стала заключительной, но у вас еще осталась одна игра. Прошу вас пару слов об этой игре и что вы ждете от заключительной игры. Да, мы сегодня играли хорошо, я думаю, первый тайм чуть-чуть, начало, первые несколько минут расслабились, пропустили гол. Потом собрались, вроде были моменты у нас больше вроде были моменты. Смогли забить гол, потом вернулись в игру и получили 3 очка. Я думаю, это самое главное, на что мы рассчитывали. У нас осталась последняя игра, которая во многом решит и судьбу лидеров, и вашу судьбу лидеров. Я думал, будет там борьба. Готовимся к этой игре и постараемся сделать все, что мы сможем. Сегодня я уделял Илья, сегодня лучший игрок, я думал, в игре был. Ну да, сначала недооценили соперника немного, пропустили первый, потом собрались. Но поле мокрое, игра быстрая была, думаю, соперник чуть не успел. Поэтому забили 3 потом, собрались, во втором тайме уже дожали. Ну, сама игра понравилась вам? Да, игра была вообще отличная, хорошая. Я был сегодня не смог сыграть, но все равно поддерживал. Да, теперь ты увидел со стороны зато. С другой стороны, да. Спасибо за игру. Спасибо вам, готовьтесь к решающей встрече.